Всем привет, с вами я, Наталья Гудкова. И сегодня у нас с вами на очереди прогноз на 12 октября 2024 года. Давайте посмотрим, какой это будет день, какие будут рекомендации, да, какой аркан Таро или карта Таро сегодня будет на вершине. И какие рекомендации можно получить именно сегодня. Так, карта дня. Король кубков, да, он на троне сидит воинственно. Это говорится о том, что сегодня рекомендуется закончить какие-то дела, да, в вопросе какого-то либо важного дела. Только нужно его действительно сделать, а не отложить на потом. Заняться вплотную и получить результат. Не бойтесь обратиться за помощью, если она вам действительно необходима. Сегодня можно ее получить, она будет очень кстати. День хорош для общения с близкими, для душевных разговоров, для примирения, да? Ведь король кубков говорит нам о чувствах, да, о раскрытии чувств. И этот день благоприятный, если вы с кем-то поссоритесь и хотите помириться, этот день будет очень благоприятный для этого. Ну а с вами была я, Наталья Гудкова. Пока-пока.